маленькие мои. Мамины. Ну, ребята. Ребята, у нас нет корма. У нас сегодня вообще нет корма. Мы сегодня голодные. Да, мы голодные. Мы голодные, голодные. Дайте жрать нам, бедный мой. Мамин мальчик. Голодные, ребята. По-настоящему голодные. Сегодня у нас нет корма. Ни у инвалидов нету, ни у них нету. Ребята, второй бан на месяц. Для нас это смертельно. У нас нет корма. Я снимаю только тех, кто вот здесь рядышком. А остальные ведь у нас в вольерах сзади. Ребята, они радуются. Они думают, что я сейчас буду давать корм или что-нибудь. Понимаете? Они поэтому лезут на голову, целоваться лезут. Так, тихо, детка. Но у нас нет корма. У нас нет корма. Ребята, как мне сказать? Какими словами? Вы знаете, вот когда вот такое отчаяние, когда вот стоишь вот здесь и думаешь, неужели эти собаки нужны только мне? Ну почему? Ну это же мы все вместе, все россияне, это же мы вот до этого допустили. Мы же до этого довели, что вот им нечего есть. Что их убивают, что их режут, что над ними издеваются. Это же мы допустили, мы, россияне, своим равнодушием, тем, что мы прошли, забыли, тем, что мы относимся к ним как к вещам. Почему, ребята? Почему? И что нам делать? Ну что, неужели быть добрым это в наше время так наказуемо? Скажите, что нам делать, ребята? У нас нету сегодня еды. Сегодня нет. Завтра, я договорилась, мне дадут 4 мешка сухарей. Ребята, представляете, 4 мешка сухарей на стаю в 400 собак. И что мне делать? Ну что мне делать? А главное, я не знаю, какие слова вам еще говорить. Я вроде бы вам все показываю, все рассказываю. Вот они перед вами все есть. Мы никуда не исчезли. И что нам делать? Ну что нам делать, скажите? Вот я спрашиваю каждого из вас, каждого. Вот я обращаюсь лично к каждому из вас, кто посмотрит это видео. Скажите, пожалуйста, что нам делать и как нам помочь, если всем на нас наплевать? Правительству, властям, всем, понимаете? Просто я вот такая дура, уродилась ненормальная. Ну, пожалуйста, отзовитесь, такие же ненормальные, как и я. Давайте поможем им, прошу вас.